Сашке, прям тебе так надо дать. Ой, мышка. На. Лапу тебе. На. Не достается. Интересная штука. Дала тоже мяско. Так Настя загребла лапкой. Загребла и никому не дает, спрятала. Нет, это мне кусочек такой редко, да, малыши. Вон она его спрятала. Там спрятала под лапкой. Хитрая дамочка. Я к вам с медиком приду, малыши. Ой, так посматривает, не вам дала. Да ну что, мяско это для других, вам оно не обязательно. А, съела уже. Хитруша уже съела, никому не дала. Вот умничка. Или вы большие, вам еще надо? Ну, давайте попробуем. У меня там еще остались. Почки. Давайте вот так поставим. Так. Ну, держи. Оп. Почка. А ну, вот, видите, какая злая. Опа. А Мишка хитрый. Да пошла ты, мама, говорит. Я тоже хочу мяско. И вон еще один маленький. На. Ну. Дай малышу. Малышу. Быстро. Опа. Малыш, быстро. Давай. А, мама. Опа. На тебе еще. Это больше будет. На. Оп. Все, малышам всем досталось. Вот здорово. Вот здорово. Что, все поели? Все поели, нету там ничего. Один только Юрик у нас остался. Ням-ням, слышите, как чавкает? Он все едят. Не умеет кушать, чавкает. А как тот там ест? Долго жуют. Ты уже скушал? А тут вот кто-то круассанов куча оставил. Может, подойдут потом. Час. Один Юрик остался. Ну, сейчас мы с той стороны подойдем, попробуем. А, тоже дерутся. О, этот отодрал. Вот, блин. Все. Ладно. А Настя покупалась. И пойдем Юрику с той стороны дадим. Идемте, попробуем потихоньку. Юрик уже знает, что... Настя его там как даст ему. А, вот он. Сейчас мы вот тут поставим. У него такое огромное место. А, Юрий. Все пойдут. Всем по кусочечку. Вот это да. И мама, вот как папа, да, не так. Все. А я ухожу, они уж больно рычат.